В эфире служба новостей «Саров-24» в студии Константин Перевозчиков. Здравствуйте, смотрите сегодня в выпуске. Светлое Христово воскресенье. Саровчане отметили один из главных православных праздников. Искусство самовыражения. 29 апреля – Международный день танца. Хоккейный клуб «Саров-Инвест» провел товарищескую встречу с командой «Заречные бобры». Далее расскажем обо всем подробно. Пасха – самый радостный и почитаемый праздник в православном сообществе. В этом году по всей стране прошло более 11 тысяч богослужений, в которых приняли участие более 5 миллионов человек. Саровчане также приняли участие в торжественных литургиях и традиционном крестном ходе. Подробности далее. Слово «Пасха» произошло из греческого языка и переводится как «избавление». Для верующих людей это значит, что воскрешение Иисуса Христа избавляет их от рабства греха. Поэтому Пасха – главный праздник христиан. В этот день мы собираемся, чтобы встретить поистине повторение воспроизведения великого события, когда Господь Иисус Христос, Бог-человек, воскрес из мертвых и совоскресил этим нашу человеческую природу. Согласно Евангелии, Иисус воскрес рано утром воскресения, поэтому праздничная служба во всех православных храмах начинается вечером в субботу и продолжается всю ночь. На службу в храм царственных страстотерпцев пришли сотни саровчан. Для меня Пасха – это очень светлый праздник. Я считаю, что один из самых важных праздников в христианстве, в православном. Очищение, какая-то вот радость, какая-то вот... Ведь за нас, чтобы мы жили, как говорится, хорошо. Для меня это все. Это жизнь моя. Без Бога я не могу. Для спасения своей души, в первую очередь. И вот для воспитания нашего поколения. Традиционно в полночь субботы на воскресенье все желающие принимают участие в крестном ходе. Он прошел вокруг храма царственных страстотерпцев. После него верующие отправились в храм на праздничную службу. 60 тысяч рублей планировала выручить владелица коровы после продажи крупнорогатого скота. Но уже покупатели ввели женщину в заблуждение. В итоге она перечислила мошенникам 73 тысячи рублей, а через несколько часов на удочку злоумышленников попалась и дочь потерпевшей. Следуя инструкциям якобы сотрудников банка, она перевела на счет неизвестных лиц более 60 тысяч рублей. Чем еще запомнилась минувшая неделя сотрудникам правопорядка, расскажем в следующем репортаже. Как подростку порадовать себя и свою девушку дорогими подарками? Из множества способов несовершеннолетний саровчанин выбрал незаконный путь. Он крал дорогие вещи и ювелирные украшения. Из квартиры своей очередной пассии он похитил деньги, которые мама девушки откладывала на большую покупку. Последний раз деньги свои видела в марте месяце. Залезла, денежные средства вроде на месте, стала их пересчитывать. Оказалось, что 40 тысяч настоящими купюрами и 200 тысяч купюрами банка приколов. Сотрудники уголовного розыска быстро установили причастность незадачливого ухажера к хищению денег, так как всего месяц назад в отношении него завели уголовное дело по краже золотых украшений. Дал признательные показания, написал явку с повинной, денежные средства потратил на свои нужды в городе Нижний Новгород. Для сотрудников госавтоинспекции неделя также выдалась непростой. На дорогах произошло несколько аварий. В трех из них пострадали люди. ДТП на улице Силкина с несовершеннолетним мотоциклистом вызвало волну слухов и домыслов о том, кто же из участников дорожного движения спровоцировал эту аварию. Сотрудники ГИБДД отметили, что для определения степени вины каждого проводится административное расследование и изучается информация из различных источников. Где-то регистратор есть, где-то там кто-то где-то что-то заснял, там машина какая-то ехала навстречу в попутном направлении, может, кто-то стоял на светофоре. Все это получается в процессе расследования и оценивается уже в совокупности своей. За рулем мотоцикла находился юноша 2002 года рождения. В силу возраста у него не было водительского удостоверения. После ДТП юноша был госпитализирован в хирургическое отделение КБ-50 с сотрясением головного мозга и ушибленными ранами головы и тела. 7 мая в нашем городе пройдет диктант Победы. В течение 45 минут участникам предстоит ответить на вопросы, затрагивающие разные периоды Великой Отечественной войны. Победители определят на трех уровнях – местном, региональном и федеральном. Принять участие в акции может любой желающий как на площадках диктанта, так и в режиме онлайн на сайте диктантпобеды.рф. Результаты станут известны 12 июня. Другая важная информация в подборке коротких новостей. С 1 мая в России произойдет перерасчет социальных доплат к страховым пенсиям неработающих пенсионеров. До сих пор при определении размера таких доплат учитывалась индексация пенсии. То есть увеличение суммы самой пенсии могло привести к уменьшению дополнительных выплат. И в результате на руки люди получали примерно те же деньги, что и раньше.
По новым правилам, все доходы пенсионера должны сначала доводиться до уровня прожиточного минимума, а уже затем увеличиваться на сумму индексации. В Сарове продолжает работу горячая телефонная линия по экзаменационной кампании 2019 года. Задать интересующие вопросы граждане могут по номеру 95520 в среду с 15 до 16 часов и 95521 в будние дни с 14 до 16. Волонтеры гуманитарного склада опубликовали список вещей, в которых сейчас остро нуждаются те, кто оказался в непростой ситуации. Семья с ребенком-инвалидом просит пожертвовать хороший пылесос. Из-за особого заболевания кожи в помещении необходимо поддерживать стерильность. Также требуется одежда больших размеров и компьютер для занятий. Все это можно приносить в церковный гуманитарный склад. Он работает по адресу улица Пушкина, дом 24А. Искусство, которое объединяет людей, стирает политические, культурные и этнические границы. Позволяет говорить на одном языке. 29 апреля отмечается Международный день танца. Этот праздник охватывает представителей всех существующих танцевальных направлений, от классической хореографии до современных течений. О танце как искусстве самовыражения расскажем в следующем репортаже. Джаз, контемп, хип-хоп – давно знакомые направления для юных воспитанниц педагога современного танца Ольги Белошицкой. Уже более 9 лет она знакомит детей с миром хореографии. В начале каждой тренировки обязательная разминка. Маленькие танцоры тянут стопы и пытаются попасть в ритм, чтобы на предстоящих выступлениях продемонстрировать свои способности. Маленькие дети, они учатся владеть своим телом в первую очередь и вообще как бы взаимодействовать тоже с этим миром через тело. Дети постарше пытаются, ну, помимо владения своим телом и того, что это классно и круто и модно, вот, они пытаются оставить какую-то часть спонтанности, такой телесной, какой-то свободы. Посредством танца это можно сделать. За успехами маленьких артистов наблюдают родители. Регулярные открытые уроки позволяют им увидеть весь тренировочный процесс. Свой творческий путь Ольга начала в 8 лет, когда перешагнула порог танцевальной студии. И с тех пор активно развивается в этом направлении. По ее словам, в какой-то момент жизни среди множества увлечений она выделила именно хореографию. Это большая часть жизни, с помощью которой я могу, во-первых, прожить какие-то свои там чувства, эмоции, все остальное. Это для меня язык общения с другими людьми. Теперь на счету Ольги звание чемпионки России по танцевальному шоу, множество выступлений на концертах и соревнованиях. Хореография требует колоссальной отдачи. Ежедневные изнурительные тренировки, регулярное посещение мастер-классов отечественных и зарубежных преподавателей, большие финансовые вложения – это лишь малая часть того, с чем сталкивается каждый танцор. Это все тяжелые вещи. Это пот, боль и все такое. Танец – это такая очень внутренняя история. Это про жизнь, про возможность быть живым человеком и знать себя и взаимодействовать с этим миром. Несмотря на все трудности, именно танец помогает детям и взрослым лучше понять свое тело, почувствовать внутреннюю свободу и получить ценный опыт выступления на сцене. Саровчан приглашает принять участие в благотворительном легкоатлетическом забеге «Бегущие сердца». Он стартует 9 мая на площади Ленина. Участникам предстоит преодолеть дистанцию 2,5 километра. Средства, собранные по итогам забега, будут направлены на приобретение специальной инвалидной коляски 9-летнему саровчанину. Подробности далее. Благотворительный забег – это не спортивные соревнования, а способ привлечь внимание к проблеме адресной помощи нуждающимся. Акция «Бегущие сердца» пройдет перед традиционной легкоатлетической эстафетой в День Победы. Дату проведения благотворительного забега организаторы выбрали не случайно. Наши бабушки, дедушки, они воевали за то, чтобы у нас был мир на земле, за то, чтобы рождались дети. И все, что касается, мне кажется, здоровья детей, в этот день это уместно говорить об этом. И если мы хотим для какой-то семьи сделать лучше, то 9 мая – это вполне подходящий день. Средства, собранные по итогам благотворительного забега, волонтеры направят на покупку специальной инвалидной коляски 9-летнему саровчанину, страдающему тяжелой формой ДЦП. Мальчик не видит, не говорит и не может самостоятельно передвигаться. Даже если ребенок не может сам передвигаться, там, ходить или садиться сам на постели, все равно ему нужны формы отдыха и формы бодрствования. Вот специализированная коляска со специальными поддерживающими вот такими всеми приспособлениями – это как раз возможность для ребенка бодрствовать. От участников благотворительного забега не требуется спортивной подготовки. Максимальная дистанция, которую предстоит пробежать – 2,5 километра. Присоединиться к забегу можно на любом этапе. Волонтеры организуют несколько точек для сбора пожертвований. Благотворительность, она на самом деле, она может быть частью любой нашей жизни. Мы можем быть спортсменами, заниматься благотворительностью, журналистами, заниматься благотворительностью, там, кем угодно. И вот благотворительный пробег – это такая новая форма. Благотворительный забег пройдет 9 мая, начало в 11 часов. Старт участникам будет дан на площади Ленина. Более подробную информацию об акции можно получить в группе ВКонтакте и по телефону 8 906 365 96 07.
Хоккейный клуб «Саров-Инвест» провел товарищескую встречу с командой из города Заречного. Наши спортсмены принимали на своем льду команду «Заречные бобры». Саровчане смогли открыть счет в самом начале первого периода. Всю игру соперники шли на равных. Исход поединка решился лишь на последних минутах матча. В первые минуты матча игроки хоккейного клуба «Саров-Инвест» сумели отправить в ворота «Заречных бобров» сразу две шайбы. Но спустя всего несколько минут красный свет загорелся уже за нашими воротами. Тоже дважды. Второй период прошел на равных. Команды обменялись голами и на перерыв ушли со счетом 3-3. Те ребята немножко постарше, которые приехали из Заречного. И у нас ребята, я так посмотрел, даже лучше играют, чем на область, в плей-оффе даже. Интересная очень игра, жесткая на самом деле. Несмотря на то, что товарищеский матч, интересно смотреть. Даже интереснее, чем некоторые матчи у нас в сезоне были. Вратари стоят очень хорошо, что в нашей команде очень отлично выступают, что в Заречной команде. И хотелось бы, чтобы видеть больше комбинаций красивых. В третьем периоде «Заречные бобры» отправили в наши ворота очередной гол. Саровчане ответили шайбой. Исход матча решился за 2 минуты до финального свистка. Фортуна улыбнулась гостям. 4-5 в пользу хоккейного клуба «Заречные бобры». Тяжело было, конечно, у вас там ребят помоложе, я думаю, как собрали хорошую команду. Но счет 5-4, по игре, я думаю, что могли выиграть и они, и мы. Нам повезло где-то больше просто. Товарищеские матчи с командой «Заречные бобры» спортсмены «Саров-Инвеста» стараются проводить регулярно, а такие встречи позволяют хоккеистам обмениваться мастерством и делиться опытом друг с другом. Команда хорошего уровня. Просто решили сделать, благодаря Владимиру Витальевичу Розанову, такой матч закрытия, просто порадовать болельщиков. Не хотели заканчивать поражением сезон, но в итоге мы им закончили. Огромное хочу сказать спасибо болельщикам от лица руководства, от лица команды, от тренерского штаба. Респект вам. Приходите, люди, мы вам рады. Этот сезон закрыт, а в конце августа «Саров-Инвест» начнет подготовку к новому хоккейному сезону. Сразу после выпуска новостей смотрите наш спецпроект «Лица Победы». Из первых уст вы услышите истории тех, кто подарил нам мирное небо над головой. Следите за новостями города в группах канала 16 в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютубе и смотрите все информационные выпуски, авторские программы и расширенные версии репортажей в удобное для вас время. В студии работал Константин Перевозчиков. Всего вам доброго и хороших новостей. Антонина Ефимовна Кузнецова родилась в деревне Федосово в Псковской области. Женщина выросла в многодетной семье. Закончив 7-летку, юная Тоня отправилась в Ленинград, где закончила 4 курса медицинского училища. Когда началась война, Антонине Ефимовне было 17 лет. Я была как раз на работе, и вот объявили войну. Я стояла у репродуктора и слушала. Я не понимала, что такое война. Почти 900 блокадных дней стали тяжелым испытанием для Антонины Ефимовны. Голод наступил мгновенно, жить было негде. Антонина Ефимовна отправилась работать в военный госпиталь, где ей приходилось трудиться днями и ночами. Спрашивали там, как с белочки. Сколько мне лет, это не важно. Я и полы мыла, и медициной занималась, и у стерильного стола стояла. Все было. Все сделали, что надо, все сделали. В госпиталь с каждым днем поступало все больше людей с истощением и различными ранениями. 42-й год врезался в память Антонины Ефимовны как самый страшный в истории родной страны. И на глазах умирали. Вот идешь, человек 200 больных, вот пока проходишь, шла, он был живой, ребята, человек. А подошла уже мертвой. Немцы бомбили город рано утром и поздно ночью. Антонине Ефимовне и другим сотрудникам госпиталя приходилось на руках спускать больных и раненых в подвал, чтобы спастись от фашистских пуль. Антонина Ефимовна героически справлялась со всеми тяготами жизни в блокадном Ленинграде. Ей удавалось собирать маленькие кусочки хлеба, чтобы спасти своего брата-инвалида от голодной смерти. Я в неделю раз ходила, собирала хлебушек вот этот, и потом ему носила. От этого я его спасла от голода. В госпитале Антонина Ефимовна познакомилась со своим будущим супругом. В годы войны они сыграли свадьбу, после чего муж отправился на фронт. Антонина Ефимовна переехала в Польшу, где продолжила работать по профессии. И только спустя 9 месяцев объявили долгожданную победу. Целовались, встречались с любым человеком, обнимались, целовались, радовались все. Это невозможность.
14 лет назад Антонина Ефимовна переехала в наш город, где живет и по сей день. Сегодня женщине 95 лет. У Антонины Ефимовны 4 внука и подрастает 6 правнуков.